Конечно, открывать площадь с кольцом, это было бы неправильно разбитым, поэтому сейчас вы видите, здесь интенсивно ведутся работы на кольце 31-го квартала. Это мучение закончится, но нам нужно будет готовым быть к тому, что на некоторое время нам придется перекрыть вообще движение здесь, и мы сейчас по внутреннему кругу дорожники сделают без остановки движения асфальт, а по внешнему кругу нам нужно будет думать об объездных путях, об изменении маршрута движения автобусов, но это, скорее всего, будет недолго, максимум 2 дня, и работать будут ночью для того, чтобы все эти работы выполнить. По кольцу вы видите сейчас это поле зеленое, но для архитекторов это возможность свободы мышления и идей. Мы убрали отсюда эти деревья, фонтаны, флаговые композиции. Вот там какая-то такая непонятная абракатабра была, и она на самом деле непонятна. Я уже показывал идею, которая была у архитектора Вики Семкиной. Я думаю, что она имеет право на развитие. И мы будем стараться эту идею реализовать. Она будет хороша и в зеленое летнее время путем разбивки там в определенной последовательности клумб. Это будет и вертикалка хорошая, трехмерная, и ночное освещение тоже будет там присутствовать. Но оно будет как бы понятно, и узнаете в том числе и знак наш туристический Магаданской области. Поэтому сейчас зимуем так, в лето выходим с утвержденным проектом и летом начинаем реализовать идею оформления кольца, чтобы это было красиво.